наш дизайнер Марк. Ой, да, просто ковбой, смотрите, он просто ковбой, да. Да, мы... Так, салют, гангстеры. Короче, я уже сейчас на выставку еду, но перед этим заехал в ангар. Мне надо отправить комплект бура Лёхе, но не важно, давайте я вам кое-что покажу. У нас в работу приехал Чайзер, и у нас в работе марка Щербакова. На марке Щербакова мы практически закончили выход. Ну, еще обвариваются, да, вот обратите внимание, какие идут трассы, какие швы, там все вот это вот. Вот, в конце будет титановая насадка обожженная. И обратите внимание, вот это марк здорового человека, выхлоп здорового человека. А теперь выхлоп курильщика. Значит, компания Restyler, слава богу, мы знаем, кто эти ребята. Ну, в смысле, они сами об этом, блядь, написали. Сделали вот такой прекрасный выхлоп. И вот это самый финиш, вот это вот, смотрите. Мы говорим нашему сварщику Максу: Макс, можешь так? Он говорит: нет. Я говорю: с ногой будешь держать полстомат? Он говорит: нет. Если я тебе, говорю, буду бить при этом по спине палкой, он говорит: все равно лучше получится. Вот, понимаете, да? А так снаружи все неплохо. А потом говорят: да что-то дорого у вас выхлоп, мы сейчас сами сделаем. Блядь, зачем так вообще? Ну зачем так? Ну я вот не умею варить, вот я же не варю. Ну зачем это нужно? Объясните мне, пожалуйста. Итак, друзья, вашему вниманию я хочу показать долгожданный, значит, наш гур-кит. Назвал я его КБ-213. Потом расскажу вам, что такое КБ-213, что он означает. Просто теперь это мой бренд, запомните. Значит, отправляется уже не первому клиенту, но в таком виде отправляется первому. Леха из Владивостока, Леньков, купил у меня этот кит. Сегодня перевел деньги, я сейчас вот еду в ДТЭК ему отправлять. Покажу, что в него входит. В него входит ролик уменьшенного диаметра, который надевается вместо стандартного. Шайба, которая со смещенным язычком вместо стандартной. Дистанционная шайба. Паразитный ролик стальной. Непосредственно насос на 120 бар. И анодированный шкив большого диаметра. И анодированный алюминиевый крепеж от 2GZ BTE. Все это дело болтон устанавливается. Я покажу вам сейчас следующую историю с фотографии. И очень круто, исправно работает. Кит уже доступен в продажу. Мы еще пока не сделали пост, не сделали пока там инструкцию, но это сделаем обязательно. У вас будет возможность его целиком купить, болтон поставить и больше не испытывать проблем с гуром. На здоровье.
Итак, друзья, значит, мы на выставке Земцев, да. Малышев. Да. Сейчас я вам покажу стенд. Перед этим Земцев скажет, что будет завтра. Да, значит, вот на этой сцене. Вот на этой сцене завтра в 11:30 будет пресс-конференция, на которой мы расскажем, кто будет третьим пилотом, и можно будет задать интересные вопросы, получить классные подарки. Спасибо, продолжаем показывать стенд. Значит, кольцевой Hyundai и дрифтовая Toyota Supra. Вот так у нас машина с вами выглядит в финальной оклейке. Мне очень все нравится. Значит, вот зеркала, которые я разработал вместе с Антохой. Аналог WRC. Вот спойлер. Живую он. Пошел вон. Шик Ваникиты. Да, я снимаю сториз, да, конечно. Привычной природе. Это Влад Бокс 39. Мы не будем его сильно пугать, чтобы он не убежал и не напал на нас. Делай мне иди диски. Но вы можете смотреть. Делай мне диск. Как ладно, он не адекват. Значит, Бокс 39. Делайте мне, пожалуйста, уже диски на Дукате Street Fighter. Изи вообще, прикатывай. Просто он еще не знает. Вот. Значит, вот такой контракт с матюлем не позволяет заказать ему диски в Бокс 39. Я не могу снимать, сука, сторис, ты меня бесишь, иди отсюда. Так вот, короче, наш стенд, все в порядке. Смотрите, какая красивая у нас конструкция. Вот такая машина наша на большом баннере. Кольцевые, дрифтовые, стартеры, генераторы, высококачественная электрика, интернет-магазин, Карвиль-шоп, пожалуйста. Я вас завтра всех жду. Приходите, сцена центральная. У нас лектория от РДС будет, у нас будет лектория от команды. В общем, куча всего интересного. Кстати, там мотовыставка. Здесь Motorsport Expo, там внедорожники, еще что-то. В общем, есть чем заняться. Все, до завтра. Да, гангстеры, прошу меня простить, я совсем забыл. Точнее, не забыл, я просто сегодня не смог это сделать физически, морально и все остальное. Итоги конкурса из последнего поста будут завтра. Завтра мы разыграем, завтра вы все узнаете. Все, пока. Спокойной ночи.